Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дима, и вы на канале Димасик Влог. И я думаю, каждый из вас знает такую карту, как Туалет Tower Defense. Так вот, я думаю, уже каждый, кто играл в нее, знает то, что она заблокирована в Роблоксе на неопределенный срок. Но недавно создалась новая карта, которая называется Bad Hop Tower Defense. Это самая лучшая пародия на Туалет Tower Defense. Тут есть трейды, вот меня уже кто-то кидает, можно выключить и включить трейд. Есть инвентарь, в котором есть юниты. У меня, кстати, есть Large Speaker Man, Large TV Man, обычный TV Man, Rare. И вроде, вот, Титан Камера Man Legendary у меня есть, я его выбил. Так, и у меня еще ниндзя есть, один камерамен, вот, я его выбивал. И за 900 монеток, вот сумман вот этих вот юниц. Нажимал на эту вот кнопку, на сумман 10, и все. Но сегодня мы будем играть в соло в карте Medium. Надеюсь, я справлюсь, в принципе, с этой каткой легко, потому что у меня как бы нормальные такие юниты, кроме, конечно, обычного TV-мена, да, у меня круче юнита нету нормального, поэтому буду с таким вот ходить. Будет какой-нибудь нормальный юнит, возьму его вместо этого TV-мена. Ну, а у нас уже загружается катка. Медиум, еще раз повторяю. Это Wasteland какой-то. Так, все, у меня запускается гейм. И вот, все начинается. Ставлю одного Large Speaker Man'а. Кстати, недавно вышло хэллоуинское обновление тут. И теперь у них вот такие вот анимации. Да, мне кажется, очень классное обновление. Кстати, у меня скоро будет день рождения, 22 октября. Уже очень скоро. Так, сейчас я поставлю ниндзю и покажу вам, что он делает. Правда, у него нету почти никакой анимации, но... О, это достаточно сильный боец. Посмотрите, какая у него... ширина. Вот какая у спикермена, а вот какая ширина у ниндзи. Я думаю, тут очевидно то, что я смогу победить. Еще у меня есть вот такой вот. У него анимация вот такая вот. То есть он поворачивается и светит. Потому что это как бы Large TV Man. Вот. Тут можно апгрейдить, как в настоящем Туалет Tower Defense. Вот. Есть Skip Wave. Я всегда автоскип ставлю. Я не знаю почему. Я не знаю, что он дает. Правда. Не обзывайте меня тупым в комментариях. Вот что может TV-мен обычный. Ну, он как бы слабенький. Посмотрите, какая у него площадь. Давайте его апгрейдим, чтобы он... У него площадь уменьшилась из-за апгрейда. Разработчики тут маленько забагали его. Но теперь у него дамаг посильнее. Но все равно это говно. Поэтому я лучше буду прокачивать ниндзю. И посмотрите, тут Fast Bad Hop. Они очень быстрые, их с трудом можно победить. Ну, хотя, с моими-то юнитами, с моими-то агентами, я, наверное, одержу победу. Я, наверное, победю. Так, а пока тут Spider Bad Hop спавнится, я бы хочу поставить, наверное... Кстати, сейчас я вам еще покажу, что делает Титан Камерамен. Скоро я накоплю на него деньги. Сейчас скоро будет 8-я волна. У меня сработает автоскип, и мне пополнятся деньги уже на вот этого вот титанчика камераменчика. Прям рифмой сказал. Кстати, ребята, разработчики вообще лоханули сильно, потому что они добавили это. Да, я не знаю. Как? Может быть, это специальность? О! У меня уже накопилось на этого. Так вот, о чем я остановился. Может, они это специально сделали, просто типа пасхалка, но я не думаю. О, Large Bad Hop, ё-моё, вот этот вот сильно сейчас поможет. Вот такая вот у него площадь. Вот такая вот достаточно сильный юнит. Так. Я, наверное, еще одного поставлю. Вот, кстати, вот такая у него анимация. Она практически не изменилась с обновления. Раньше это была точная, прям полная копия Tower Defense, но как бы... Там точь-в-точь модельки были и точь-в-точь название, поэтому Дафук Бум мог забанить эту игру, поэтому тут поменяли все. Ё-моё, пипец, что происходит какой-то. Ай-яй-яй-яй, ёшкин кот. Я чуть не обосрался. Все, ставлю своих агентиков и вот. Вам чё, пофиг?
Ай-яй-яй, вот этот вот прям напряженный самый. Так, я думаю, сейчас поставлю спикерменчика. Еще одного, я думаю, поставлю. И теперь ниндзю. Опа. Так, все, деритесь между собой. Так. О, у меня уже пополняются деньги. Вот текут денежки тут. Вот, столько тут у меня показывается. 215, уже 200, 202, 820, ё-моё, я тогда сейчас буду ставить еще одного титана. Вау, 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 титанчика я поставил. Скоро я их всех прокачивать как бы буду. Ну, пока не знаю, когда. Сколько осталось до прокачки этого? Да хотя его прокачивать не надо, он все равно слабенький. Я лучше его заселлю. Он как бы слабенький, я лучше поставлю этого. Все, теперь мы справляемся намного легче. Посмотрите, как они бьются. Я, конечно, могу его апгрейдить. Да, я это, наверное, сделаю в этой серии. Соло как бы не очень и легко играть, но и не очень-то прям сильно и сложно. Поэтому я его апгрейджу раз. Ой-ой-ой, что происходит тут? А хотя нет, все нормально. Так, но если я его апгрейджу до максималки, он, наверное, до этой дорожки дойдет. И они будут все одновременно сражаться. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вы чё? Вы чё, мужики? Мужики! Вы чё? Всё. Титан мой молодец. Так, всё, я апгрейжу его. Опа. Всё. Смотрите, какая у него теперь большая площадь. А, нет, он не доходит до максимальной дороги. Ну да, но я ещё его не до максималки прокачал просто. Но посмотрите, какой у него дамаг, 200-300, а у этого 175, что-то как не очень. Ладно, я его тогда проапгрейжу. Все. Я его проапгрейдил. Так, кого еще я могу проапгрейдить? Вот это вот вообще хочется его проапгрейдить, чтобы он на эту дорожку заходил. Я, наверное, подожду прямо этого. Сейчас вот эти вот должны проуничтожаться, чтобы мне деньги капали. Давай, спикерменчик, пожалуйста. Уничтожайте его. Все. Ёшкин кот. Все, у него макс левел, и, блин, он не сильно залазит. Ладно, ничего страшного. Я могу поставить еще одного. Ё-моё, что происходит? Что происходит? Вы чё? Мужики, ну не надо, мужики. Вы чё так сражаетесь? Слабо. Я сейчас ставлю своих всех по максимуму агентиков. Их прокачивать уже нет смысла, потому что надо количество, а не сила, ёшкин кот! Чё происходит? Не, всё, я иду к тяжелой артиллерии. Всё, поставил, блин, этого титанчика, камераменчика. А маленького, блин, совсем. Так, а где там еще? Так. Ёшкин кот и Макарёшкин. Так. Сейчас я поставлю еще одного. Ёшкин кот. Еще одна тяжелая артиллерия. Ой, тут рокеты. Рокет. Не могу прочитать их название. Так, Смел Бэтхаб самый слабый тут. Босс Рок Бэтхаб. Ну, вот это вот сильненький. Но все равно для моих агентиков он слабенький. Поставлю еще одного ТВ-менчика тогда сюда. Лерч ТВ. Это что сейчас было? Это что сейчас было? У него лицо есть. Погоди, я хочу это проверить. А что у него лицо такое классное? Не, у него реально лицо классное. Без шуток. Смотрите. Не, он прикольный. Так. Что там? Ну, нормально сражаются мои. Чё, можно даже еще одного агентика поставить, и потом, когда у меня они все закончатся, я их буду просто по максимуму апгрейдить. И будет все топово, будет все очень прикольно, будет все очень круто. Так. Ёшкин кот Макарёшкин. Ёшкин кот Макарёшкин. Кто так говорит? Видимо, я один. Ладно, смотрите. Они уже нормально уничтожаются так быстренько. Так, ё-моё, Леджер Синг, ё-моё. Давай, спикермен, уничтожай их. Не, он самый напряженный. Прикиньте, если такой спикермен был бы в каком-нибудь городе вообще. Прикиньте, если бы так бы было, то все.
Считайте, все, все люди на планете оглохли бы, и они бы были этими туалетами. Я сам бы был в шоке. Так, еще одного ставлю, последненького, или не последненького. Блин, все, я ставлю этого. А чего так происходит? Слишком быстро. Ладно, еще одного ставлю. Так, ну давайте уничтожайте их наконец быстрее. Пожалуйста, ну пожалуйста. Ну нет, мы проиграем, ребят. Все, у меня уже бойцы не такие уж-то и сильные. Все, мы сразу проиграем, я вам сразу это могу говорить. Вот эти вот, они проберутся на нашу базу. Я могу это с легкостью сказать. Да а чё ниндзи-то их не трогают? Ниндзи, вам пофиг что ли на нашу базу? Ниндзи, вы чё не трогаете? А, все. Слава богу, они не пропустили их на базу. Так, ставлю еще одного ниндзю. Опа. А все, у меня 25 тропс, все. Сейчас мне нужно вот этих вот по максимуму апгрейдить, иначе пипец будет. Вы чё, издеваетесь, что там происходит? Вы чё, издеваетесь-то, что там происходит? Вы чё, издеваетесь? Я в шоке. Не, мне сейчас нужно просто апгрейдить их. Опа, апгрейдил одного. Вот на эту дорожку залазит, нормас. Нормас, только нужно еще больше площадь. Опа. Во. Все, теперь нормальный боец. Вообще нормальный боец. Теперь, наверное, еще одного проапгрейдим. Так, ну смотрите, тоже на ту дорожку залазит. Я думаю, сейчас вот эти вот уже будут уничтожить. Стронг Сигма Босс. Пипец! Не, он слишком сильный какой-то. Ниндзи, давайте! Работайте. Все, давайте, ниндзи, работайте. Сейчас ваша волна пошла. Еще титанчик, камераменчи, давай, работай. Так, еще этот ниндзя, давай, работай. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Мэм. Вы что, сейчас я этого заселю. Опа-на, ставлю еще одного. Опа-на. Так, все. Не помогает это. Ставлю тогда одного титанчика камераменчика. Блин, не успел заселить его. Опа-на. Ставлю сюда. Все, фу. Слава богу. Справился. Все пипец происходит. Ну мы проиграем сейчас. Блин, зря я медиум выбрал. На мой уровень только изи. Знаете это, ребят. А, ну все, получается пипец. Ну все, я проиграл. Они сейчас на базу проберутся и все. Ну да, посмотрите. Они уже пробрались, в принципе. Посмотрите, он им ничего не делает. Он им ничего не делает просто. Тебе что, пофиг что ли? А, ну все. База, я могу прощаться с базой. Все. Я, конечно, проиграл, но мне далось 200 монет. X1. Получается, это одна только. Так, ну давайте посмотрим. Трейдинг Плаза. Я не знаю, что это такое вообще. Типа это, я не знаю. Давайте телепортируемся туда. Это что? Трейд Плаза. Это что? Это типа... Ладно, я не знаю, зачем это сделали. И что это вообще такое? Наверное, это база трейдов. Тут лучше всего трейдиться. Все люди, которые тут находятся, они все трейдятся, я так думаю. Но не суть. Сейчас я попробую выбить агентиков себе. Вот столько у меня монеток. Давайте. И сумма 10. Слушай, эпик и рарочка. Ну, сойдет. Для первого... Титанчик, мэм! Со второго раза, вы чё? Офигеть! Всё, я его ставлю вместо обычного Тимимена. Вы чё, сумасшедшие? Это реально? Это легендари? Я сейчас посмотрю. Так, где он? Это легендари! Сколько у него? Дамаг! 1000! Если до максималки его проапгрейдить. Нифига себе. А сколько он стоит? 1000 монеток, это самый крутой боец. Давайте тогда сейчас пойдем на ивент-зону. Давайте сейчас пойдем на ивент-зону в соло.
Блин, я в шоке, ребят, это как? Я в шоке. Так, все. Я на ивент-зоне, и все-все-все начинается. Так, ставлю одного тогда спикерменчика. Все, он тут будет всех дубашить. Так, смыл туалет, давайте. Смылись быстренько. Вы чё? Давай, спикерменчик, давай. У тебя ж кулдаун маленький, давай. Посмотрите, какой у него кулдаун. Вот, смотрите, это очень маленький. Если его проапгрейдить, то вы смотрите, какой у него кулдаун будет. 0.9, блин. Блин, что за фигня творится? Я буду копить на этого титана. Я буду на него копить. Так, мне кто-то пишет в Дискорде, но я не буду отвлекаться на какой-то там Дискорд. Так, опа-на. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Что происходит? А прикиньте, если я сейчас победю в ивент-зоне с Рокет-туалет. Со своим в этим вот. То это вообще будет круто. Блин, а чё их так много? Так, ну сейчас пока эти будут убивать, я буду копить на этого самого сильного бойца. А чё они такие быстрые? Фаст-туалет! Фаст-туалет. А, ну они как бы не очень такие и не очень такие сильные, в принципе. А прикинь, сейчас я до седьмой волны даже не дойду. Это вообще пипец будет. Так. Пока что все нормально. А там спайдер-туалеты? На 250. Ну, слушайте. Ну, давай! Спикермен! Смотрите, ребят, я почти накопил на него. Я уже могу приготавливаться и его ставить. Все, я... Все, я его ставлю. Уи. А все, пипец. А я его слишком поздно поставил. Блин, надо было с самого начала на него копить или нет. Или я что-то туплю. Или мне нужно в медиуме играть там, где я проиграл в прошлый раз. Ну, блин. Ну, что-то мне мало монеток далось. 20 всего в ивент-зоне. Ну, я просто мало людей, мало людишек убил. Ну, каких? Я мало туалетов убил, но ладно. Ладно, ребят, с вами был я, Дима, и вы были на канале Димасик Влог. Надеюсь, вам понравился этот видос по фейковому туалет Tower Defense. Фейковому. Это был видос по фейковому туалет Tower Defense, Bad Cup Туалет Defense. Я оставлю ссылку на эту карту в описании. Всем пока!